Всем привет! Вы на канале Chef Games, меня зовут Олег. Мы продолжаем прохождение Atomic Heart. И я вам скажу, что чем ближе к завершению, тем больше роботов. Уже заметил. Прокачал все оружие, как только мог. Где-то там. Вот. Прокачал я, в общем, все, что мог. Накидал я себе тоже все, что мог. И понеслась. Мне идти куда-то туда и идти по заданию до госпиталя. Госпиталь это, я насколько помню, наверное, бабка там будет. Блин. Даю. Ладно, пистолет. Да ты успокойся, слушай. Следующий. Так, потихоньку, полегоньку. Пробираемся. Бабах. Воу-в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 оу. Бежать. Так, сейчас опять патрончики мои все кончатся. Где ты, дурная? Ой-ой-ой, да как так-то? А, ты ж... Вася, Вася, Вася! Лежать! Дай ну вас всех, а! Задолбали! Ой, кто меня тут заластал, а? Короче, жесть. Ну-ка. Опа. Скажите, товарищ майор. Опа. С вашей точки зрения, как профессионала, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам ли не знать? Если роботы запрограммированы не убивать гражданских, то атаковать мирное население они не станут. Раз, ну ты же робот, должен понимать. Я робот? Иди к Васе. Что ж, в какой-то мере вы прав. Робот-перчатка. А что, нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Мирные роботы, которые войдут в боевой режим, получат этот приказ от коллектива. И тот, блин, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы правы. Глубокие мысли, глубокие мысли. Так, надо сохраниться и... Сохранение данных. Что-то у меня патронов от пистолета, можно сказать, нету. Милый. Ой, начинается мне тут милый. Так, пистолет, пистолет, пистолет. Пистолет. А чё за... Так, ну ладно, давай, давай, давай вот... Блин, ну жалко, а, нет... Давай вот так. И... А где? А... 971. Так, пока так. И пока так.
Давай так, поюзаем. Сейчас вот это вот и стреляем. И хорошо будет. Наконец-то ты убил этого гнусного подонка. Кого? Этот больной ублюдок сам себя убил. Милый, признайся, ты же специально тянул время, чтобы он успел себя прикончить. Ты мог выстрелить ему в ногу или парализовать шоком. Я ведь обеспечил тебя отличным вооружением. Подлец Петров получил по заслугам. Ну-ну. Что? Да я тут ни при чем. Он продумал весь этот гребаный цирк на сцене заранее. Не волнуйся, милый. Я никому не скажу. Я же принадлежу только тебе. Ой. Никто не узнает, что ты убил Петрова его же руками. Сохранение данных. Можно я буду считать это твоим свадебным подарком? И еще одно слово, и я тебя точно развалю нахрен чем-нибудь тяжелым. Все мужчины одинаковы. Сначала берете у женщины все, а потом выбрасываете, как надоевшую игрушку. Я отдала тебе лучшие изделия своей жизни, а ты обращаешься со мной, как с бездушной железкой. Охренеть! А кто ты на самом деле? Я особенная, уникальная женщина, которая предана только тебе, милый. Вот и давай. Особенно уникально преданно умолкни. Не до твоего нытья сейчас. Ок. Сохранение данных. Так. Что у нас тут? Опять этот канитель летает. Так, вот ту канитель надо как-то открыть. Да? Да. А где у нас... Слушай, а он как раз в госпитале и будет, да? Да, окей. Ладно, пошли в госпиталь. Раз пошла такая пьянка, дай воды попить. Эй, ты чё там? Ей! На! Промахнулся. На! Выруби. На! Мы обнаружены противником. Да, вероятно, хорош. Скоро врагов станет больше. В смысле? На! Ой, ну ладно, ладно, ладно. Что-то вас много. Эй! Ой, Вася! Бежать. Так, и кто здесь будет? Да это, господи! Слезы! После того, через что я прошел. Да что у тебя? Да ей. А что так много-то? Опа! Ну давай! Давай, я знаю, ты хочешь, давай! Блин, козлина! Кто там приехал? Брателла! Воу! В сторонку! Да ё-моё! Тихо! Будьте внимательны, майор! Враг поднимает уровень тревоги! Куда? До трёшки, блин? В натуре ебанулись! Да погоди! Да ё! Так... Бежать! Не, а ну, что такое? Опять? Кто? Ой, кенгуру, а? Да ё-моё! Ай! Тихо, не ори, ща. Мадам, защити меня! Да кто еще? Да хорош! Ребят, я передумал, все.
Уходим. В смысле? Опа, полимер. Так, я могу куда-нибудь уплыть нафиг, а? Опа. Так. Фух, хоть дух перевести, а? А, может быть, кстати, так оно и задумано. Может быть. Оп, оп. Так, вот сюда. Оп. Отлично, отлично. Я на крыше. Вот это их там понабежало, а? Да, чем дальше, тем жестче. Братаны. Ну, тут одна, я так понял, камера. Чик-чирик. А чё? А чё? А, вон он, валан, да? Скорее всего, вот туда куда-нибудь. Окей. Окей. Окей, госпиталь, госпиталь, госпиталь. А чё есть? Ты чё, с ума сошёл? А как мне зайти-то? Эй? Как зайти мне в госпиталь? Главное... Куда идти? Так, так, так. Оп, полимер. Допустим. Так интересно. Главное, тихая зона какая-то, да? Опа. Успокойся. Да блин. Вы что-то задрали, ребят. Как мне туда попасть-то? Ладно, допустим. Доели они мне. Но там не было захода нигде. Там не было захода нигде. То есть мне туда, а зайти я туда не могу. Чё за фигня? Как мне туда попасть? Может тогда вот сюда спуститься? Может там сейчас где-нибудь заход будет? Ну непонятно. Я не вижу.
Как вы меня бесите, гребаные пчелы, а? А что делать-то? Опа. Что-то не просто так. А. И... провизия. Очень интересно. То есть я отсюда, наверное, выйти должен как-то, да, с госпиталя? А как мне попасть-то в него? Да не ори ты. А попасть я в него не могу. Вообще замечательно. Опять загадка века. Да ё-моё! Одни и те же рожи, а? Так, 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 так. Как туда попасть мне? Как? Нет там прохода никакого. Ладно, окей, давай еще разок. Давай еще разок. Может быть, я чего-то пропустил. Может, я что-то пропустил в тропе. Так, я, может, что-то вообще уже с ума сошел. Но, возможно, я просто лоханулся. Блин. Я тычусь, а по факту... Ну точно. Ой, я дурачок. Ну ладно, ладно, бывает. Да, то есть я отсюда также и выйти могу. Окей, окей. Мне надо куда? Мне надо куда-то. Ага, здесь все завалено. Не чувствую. Ничего не чувствую. Видать, в позвоночник. До конца жизни в коляске. Нет, нет. В шею, да? Не вижу ничего. Расслабься, все. Ты уже умер, боец. Что, серьезно? Умер? Я мертв? Угу. Это даже не ты думаешь. Так, остаточное напряжение. Спасибо! Спасибо вам, гражданин! Ох, как же... Я тебе не гражданин, я товарищ майор, между прочим. Мне не все равно теперь, а? Ага. Вот именно, блин. Так, 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 так. Послушаем, что тут у нас. Так он тут еще... Может, помочь чем можно? Да ничем. Ему уже не поможешь. Сел у ее кровати, как завороженный. Так и остыл. Нам бы кто помог. Батюшки! Ну, это точно. Прививки эти сраные были. Вроде как помогать должно. А на деле человек 5 со мной с одного колхоза и загремели. Ой, Вася, что-то худо мне. Санитара зови. В боку гай. Все нормально, не суетись. Сверху знают, что делают. Диман, я тут недели не проработал, а трупов на всю жизнь насмотрелся. С виду обычная поликлиника. Кто ж знал, что тут такое? Ха-ха. А то, что это территория секретного комплекса, тебя не смутило? Зеленый ты еще в охрану идти.
хоть бы и больнички. Ты пойми, мы ж не мясники эти, ученые, чтобы людей убивать. Мы просто следим, чтобы никто от них не сбежал. Все нормально. Ну, я не знаю, честно сказать, читать. Так себе. Это нужно было тогда все подряд читать. Тогда, может быть, что-то и было бы понятно, но. Но нет, уже все. Братан, ты кто? С тобой надо потрындеть, я так понимаю, да, еще? О! Подвальчик. Тампон. Сосредоточьтесь. Внимание на разрез. Сейчас, сейчас. Сосредоточьтесь. Блять. Зажим. Нить. Живо. Хорош. Ну-ка. Автолиз начинается примерно через 7-10 минут после смерти. Доля идификации 3-5 минут. Ладно, разлагайся дальше. Так, лифт, да? Лифтовая. Давай посмотрим, что тут. Проникновение со взломом, вы сошли с ума. Все не то, все не то. Поехали. Так, стоямбала. Ну это же просто госпиталь, правильно? А-а-а, 12-й полигон. Еще 12-й полигон. Да. Открывай давай. Я уж забыл, тут еще 12-й полигон. Точно. Раз. Это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альма-матер всех прорывных изобретений предприятия 3826, относящихся к биологии. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От выведения новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челомее? Освоение космоса — это не только техника, товарищ майор. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? После того, как люди добрались до Красной планеты. То есть передовая медицина, новейшие системы жизнеобеспечения — это все отсюда? Именно так, товарищ майор. Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества? А теперь их нет. Ё-моё! Ну понеслась, ну понеслась, жара, ё-моё! Воу, 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 воу! Гон, гон, гон! Есть, дальше. Ой. Ой, ну жесть, ой, ну жесть! Давай, давай, давай! Отвали от меня, уродец! Ай, не успел. Бам. Следующий. Бам. Бам.
Бам! Кто следующий? Тихо! Пока всех не растормошу и не успокоюсь. Ай. У меня патронов на вас всех хватит. Чё, Красный Октябрь? Ха-ха! Достижение, Красный Октябрь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. А, все. Окей. Ну сколько вас там еще? Следующий. Фу. Так, ну чё, движняк-то вроде подзакончился. Теперь можно спокойно идти. Ну, раз тут эти твари обитают, значит, будут и плющики. Куда ж без них? Значит, будут и плющики. Где-нибудь на нижних этажах, да? Так, 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 так. Это возьмем, это возьмем. Че тут у нас? Эй, есть кто? Занят, кореш? Ну ладно. Так, я сейчас не понял, блин. Бам! Да йоу! Бежать. Откуда ты вывалился? Я же вроде все облутал. Ой-ой-ой-ой-ой! Ребятушки, вы чё? А чё, во-первых, такие жесткие-то идёте? Восхищаюсь вами, профессор! Ваши расчеты и решения так изящны и логичны! Ваши труды по мимикрической адаптации полимеров просто невероятный вклад в науку! Невероятно! Спасибо на добром слове. Правда, нельзя сказать, что это только моя заслуга. Но кто вы? Иван Быков, младший научный сотрудник комплекса Павлов. Я работаю в картотеке, мечтаю попасть под ваше управление. Я поклонник ваших работ. Что ж, ваше рвение похвально, хоть и несколько настораживает, буду откровенен. Полимеры – перспективная и быстро развивающаяся отрасль науки. Но тут ведь вот какое дело, на одном рвении результата не добиться. Давайте мы с вами встретимся, скажем, через месяц. Посмотрим, что можно сделать. А сейчас прошу меня извинить, наука не ждет. Месяц? У меня нет месяца! Вы еще обратите на меня свое внимание, профессор. Готов заключить пари. Ну, начинается. Где ты? Так. Да блин.
как изящно, а? Тут что? Так, тут что-то закрыто. Мне туда! Бам! Ай! Собака, а? Целый патрон на тебя, блин, тратить. Это ледяная синева. А, еще ниже. Блин, еще ниже, погоди. Еще ниже, погоди. Да ё, братья, сестры, вы чаго? Вау, хе-хе. В полете уже, а? Прям балет. Кардибалет. Куда они все прутся? Так, пароль. Слушай, пароль. А чё там? И чё там, два ящика? Ради чего вообще? Пароль, пароль, пароль. А у кого взять пароль? Чё-то я... А! Ой, да там много всего. А где взять пароль? Так, пароль. Пароль. Данные удалены. Данные удалены. Здесь вряд ли будет пароль. Так, где же сестринская? Сестринская. Так, и у кого же мне взять пароль? Может быть... Может быть... Блин, так неинтересно. Давай вниз сходим. Давай сходим вниз. Ой, рассадник всякого... Всякого непристойного. Йоу. Вау, 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 вау. Так, лежать, лежать. Патрон-то заканчивай. Ты чё, больной что ли? Я тебе сейчас почки опущу. Да лежать! Мне жилец, блядина! Чё с тобой, дурной? Ледяная синева. Цена. Опа. Опа. Бам. Бам. Так, достали вы меня. Ну-ка. Вперед! Все, хорош. Блин, что-то жестко, а? Стоят, ждут в сторонке, а? Ну-ка! Бежать! Бежать! Давай! Ты еще прям меня через... На! Бобик, а? Йоу! Бобик, сюда! На, завис. Фу, это ж жесть. Это ж жесть. Ну и вот я тебе. Так, а патроны-то заканчиваются, а? Ах ты ж... Что такое? Что она какая-то странная, блин. Воу, 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 воу. Да ты успокойся, а. Так, я смотрю. Я не вижу.
Погоди, еще одна? А, это. Так, ну допустим. Да ё! Успокойся. Я практически всех тут уже. А ты чё? Дурной? А ты как там оказался, братан? Так, мне нужен пароль. А пароль... Черт побери какой. Блять, все-таки в колонию. Я не для того сбежал из Академии, чтобы на меня продолжили опыты. Я врач. Я сам ставил опыты. Но... Почему? Этого никто не хочет. Просто еще не знает. А кто? Ты что ли? А что я с тобой не могу повзаимодействовать-то? Это бесчеловечно. Всюду смерть и только. Его нельзя запускать, никак нельзя. Лучше быть нигде. Отсюда я не выйду никуда. Я не хочу становиться ничем. Примеры, не то, что вы думаете, и не для того, что вам кажется правильным. Коллектив не существует. Существует не коллектив. Какие дурные, а? Пошел прочь, глупая кукла. Я не стану колоть тебе эту дрянь. А! Так, это все, конечно... Все, конечно, понятно. Но непонятно, где мне взять пароль от сестринской. Ну, что ж теперь, значит, не зайду я туда. Так, а у тебя что? Ладно. Ё-моё. Жесть какая. Так, давай-ка сразу с тебя, а? Иди сюда! Всё, да? Лёг? В общем, по факту мне тут делать нечего. Обидно. Обидно. Это все фуфляк. Ладно, только время потратил. Пошли отсюда нафиг. Где пароль от сестринской взять? Да черт его подери. Где его взять? Там все. Так, тут вроде тишина, да? Ну да, здесь не поможет ничего. Так. Ну так неинтересно. Оказывается, замануха жесточайшая. А, погоди, а это как я тут оказался? Я еще не дошел, что ли? Ну это с той стороны, я понял. Прикол в чем? Секрет
секрет, в чем прикол. Паролик пришлось мне подсмотреть. Вот от этой двери. Паролик пришлось мне подсмотреть. А где... Так, еще ниже. Скорее всего, еще не... Нет, погоди. А где... Погоди, а где костер-то горел? Наверху, наверное, да? Вот сейчас не понял. Здесь нигде костер не горит. А где он горит-то? Блин, еще, наверное, ниже. Вон там, наверное, костер горит. Да. И тут вот, значит, смотришь, и вот тут такая вот, вот канитель. И как-то, как-то что-то надо сообразить вот с этими кружочками. То, что тут надо сообразить, я не понимаю, честно. И как вот это понять? Раз, два, три. Я вижу только раз, два, три отметки. Я не вижу четвертую. Ну, честно, я четвертую не вижу. Если разработчики думали, что тут будет все четенько и все будет видно, то они ошибаются. Если только вот это. Не знаю. Короче, ладно. Пароль я знаю. Подсмотрел у Гидеона прохождение. В общем, вот так, так, так и... Вроде как так. Но честно сказать, там... Рядом не стояли никакие подсказки. Просто не стояли рядом. Целая куча патронов. А тут ничего нет. Но тут данные не удалены. Так, родилась в Подмосковье. Ой, как много. А тут что? Удалены. Ладненько. Тут больше ничего нету. Ну, пошли. Дальше кромсать. И... Это вот с той стороны, кстати говоря. Опа! На! Ладно. Поехали. Ой! Газен. Все-таки долетела до меня эта канитель. Ай, куда идем мы с пятачком? Пятачок, это в банке, да, этот балбес? Ха-ха! Так, опаньки, опаньки. Ага. Ну, хорошо. Thank you.
Вот и все. Красота какая, а? Какая красота. Что есть? Так. Пошли дальше. Ладненько. Ой, как мне не нравится вот эти блестяшки на экране. Тут ничего нет. Так, и куда мне идти? Мне идти туда. Как их там много будет. Сей. Сейчас. Какие катакомбы, а? Следующий. Не вижу, чтоб тут еще был. Там гуляет, да? Нет никого. Это соседняя комната, наверное. Так, ладно, давай ускоряемся. Ускоряемся. Оп. Вай. Где тут эти? Да гаденыш, ляж уже. Оп, тихо. Успокоился. Так, вентиль надо, да, мне что-то перекрыть. Сейчас посмотрим. Для начала лутанем тут все. Раз уж зашел, давай лутать. Давай лутаться. Что еще есть? Что-то вот там еще есть. Дай пройду. Все, да. Вот там наверху еще какие-то псы бегают. Ну, поехали. И... В смысле? Так, а может какие подсказки? Да, стоям было. Поршневой насос. Всасывающий клапан. Всасывающий трубопровод. Электродвигатель. Поршень. Так. В смысле все. Дальше идем, да? Ну, хара. Вон оно чё. Так, а чё я там в воде увижу? Это явно не полимер, да? Ну, тут нет ничего. Идем просто сюда вот и все. Ай, да какого... Вау. Так. Угу.
Ай. Да блин. Да ё-моё. Так, пошла нагота. Пам-пам-пам. Мадам. Что-то вам, по-моему, труселя как-то нарисовали. Странно. Ой, туда я, наверное, не пойду смотреть. Окей, вы сами напросились. Все, все готовы? Кому еще добавки? Так, гадь. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Только не они, а? Только не они. Погоди пока. Да, дистанция держит, Вадим. Вот на тебя-то у меня и не хватило, да? Ё-моё, а? А ты дурная, а, ерундей? Жать. Врачеватели вообще бешеные. Да где? Ты что ли тут еще производишь мне эту дрянь, а? Как я не люблю эту всю нечисть, а? С живой силой противника типа людей вот намного проще воевать, чем с какой-то дрянью. Че здесь? Ключ-диск. Окей, ключ-диск. И это хорошо. Чё тут? Так, понимаю, здесь закрыто. Здесь закрыто. И откуда ты вылетел? Вообще непонятно. Ладно. Как скажете, пошли дальше. Ключ-карта есть. Так, ну-ка. Давай. Вот это вот мне дрянятина не нравится. Сейчас пройдешь сюда к двери. А он начнется. У, какая гадость. Так, 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 так. Поехали. Для начала так. Так, это с этой стороны. Это опять лежит. Почему-то только бабы одни. А здесь еще вот. Жалобу! Срочно я подаю жалобу! На что, любезный? На вашего Штокхаузера. Я был ранен, но мне еще можно было помочь. Я истекал кровью и просил о помощи. А этот ваш штук, как его изволишь иронично называть, просто прошел мимо.
и еще попросил одну из этих роботов-балерин наступить мне на горло, чтобы я не шумел. Я умер. Вот же что, крыса, а? Именно. Именно, голубчик. Вы уж разберитесь, я вас прошу. Обкашляйте этот вопросик до высшей инстанции. А то это просто позорище. Не за себя прошу же, меня уже не жалко. Но тут же дело в репутации целого предприятия. Он же замещал... Разберемся. Да, разберемся. Так, это на выход, да? Это на выход. Сохранение данных. 63 патрона. Так, 56, 360, 80. Ладно. Надо калаш потратить немножко. Поехали. Еще ниже? Блин, еще ниже ездим. Офигеть. Вот вас и не стало, профессор. Что же вы наделали? Я должен был получить от вас знания, а получил лишь презрение. Вся моя уверенность зависела от вас, и теперь... Профессор. У меня еще остались патроны, я пробью себе путь в науку. А, это зато опять картелы. Зато я покрыл из вашего кабинета шкатулку с вашей любимой музыкой. Чтобы не забыть, я спрятал шкатулку в сейф. В тот, что с положительным паролем, а не с отрицательным. Чего я вообще смогу добиться, если до сих пор путаю сейфы? Ха. Собака. Положительный у собаки. Собака. Положительный у собаки. Ой-ой! Тихо! Ай, зараза! Иди ты нафиг! Давай! Сюда! На! Получила дрянятина! Еще хочешь? На! Уходим, 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 уходим. Да блин. Давай. На. Главное, чтобы не зажала теперь эта дрень. На. Ёп. Не-не-не-не-не-не-не. На. Уху. Сюда иди. На. Еще хочешь? Я так и чувствую, что эти гребаные плющи опять будут, а? Терпеть их не могу. Все, лежать. У меня точно еще хватит на вас всех. Сколько там еще плющей, а, сегодня будет? Плющики. Так, а записи не было тут случаем, а? Чуть мне не хочется еще раз проходить это. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Записи нету. Это плохо. Это плохо. Так, я сейчас попробую, конечно, добраться... Да ну. Добраться до следующей записи. Я, конечно, не понимаю, как мне это сделать будет. В смысле? Что за фигня? Ладно. Калаш тебе в помощь. Воу-в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 оу! Да блин! Как внезапно-то, а? Как внезапно! О! Понеслась! Мадам!
еще движняк-то не такой вообще-то, по-моему. Жесткий-то. Так, окей. Допустим. Допустим. Бешеный калашик. Ой, только не бешеный. Куда он делся? Жать. Куда он? Вывалился-то, а? Там вроде все. Не вижу. Ладно, бог с ним. Раз. Это что, мотивы такое? Это морг? Да, это морг. Здесь хранятся тела погибших. Для дальнейшего изучения. Охренеть. Нет, ну я в курсе, что некоторые особо важные эксперименты невозможно проводить на всяких там мышах или свиньях. И для них требуются живые люди. Но чтобы столько трупов, это же просто охренеть. Поверьте мне, товарищ майор, есть перспективы похуже. Иногда гибель в ходе эксперимента нескольких десятков добровольцев приводит к прорывному открытию, благодаря которому будут спасены жизни сотен миллионов. Так, например, было найдено средство против коричневой чумы. Пошли дальше. Пора все это заканчивать. Так, запись у меня тут. Запись у меня тут. Что, дальше идти? Наверное, все, я думаю. А, вон, смотри, что. Еще одного хотя бы завалить можно. Ладно, давайте на этом прервем нашу серию. Близится финал. Осталось немного. Осталось, в принципе, встретиться с матушкой, бабушкой, как ее там, баба Зина. И сгонять к Сеченову на разговор. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.